Новый телевизионный проект в эфире агентства «Хабар». Уже в это воскресенье на нашем канале стартует игровое шоу программа «Ой, Жюрек». Это игра, где участники проходят раунд за раундом, отвечая на различные вопросы о знаменитостях. Правила новой телевикторины узнала Назия Туякова. Авторы проекта уверены, новая программа соберет у телевизоров тысячи семей, заставит сопереживать участникам и радоваться их победам, смеяться и напрягать память. В этой уникальной телевикторине и зрителям, и самим играющим в студии придется ой как непросто. Нужно будет включать воображение и развивать скорость мышления. Задания насколько интересны, настолько и сложны. Это более 2000 вопросов, которые были прописаны 5 авторами. Это знаменитости всего мира, кроме того, наши известные люди, личности, спортсмены, актеры, врачи, космонавты. Было очень много курьезов, когда наши участники путали тех или иных актеров. И так мы их журили, не знает страна своих героев. Теперь я думаю, что вместе с телеканалом «Хабар» и телепроектом «Мой Жюрек» страна узнает и своих героев, и мировых героев. Жанна Верещак, 26. Герои телешоу «Рядовые казахстанцы». В этой программе коллеги-подруги объединяются против актера и финансиста. Казалось бы, этим девушкам самое здесь раздолье. Журналы со светскими новостями они наверняка читают чаще, чем их соперники по проекту. И действительно, кто-то не всегда мог точно ответить на, казалось бы, простые и легкие вопросы. Операция, куладом, есть жидом, гипс. Шурик. Сам контент наполнен прекрасным казахским языком, интересными вопросами. Кроме того, мне кажется, мы постарались делать программу все равно веселой. То есть это как вот детей обучаешь играючи, так мы и наших телезрителей будем обучать, что-то вспоминать вместе с ними играючи. У нас потрясающий ведущий Нурсултан Курман. Есть зрители, которые любят, да, политические передачи, а есть зрители, которые не любят политические, которых просто дома с семьей хотят посмотреть развлекательную передачу, отдохнуть, да, посмеяться. И там будут шутки, и там же будут какие-то эмоциональные моменты, да, которые зрители «Хабара» не привыкли видеть на нашем канале. У нас уникальная студия. Она полностью сделана из LED-ов. Такого еще в Казахстане не было. И она меняется с каждым раундом. В зависимости от настроения или сложности игры, свет в студии играет, и зритель не понимает, как так за одну секунду мы оказываемся совершенно в других инсталляциях, совершенно в другом пространстве. То мы в космосе, то мы в Нью-Йорке, то мы просто в каких-то невероятных цветах. Но самое главное – это все же участники. 48 счастливчиков, которые прошли бешеные кастинги, которых вполне можно назвать гуглами по миру знаменитостей. Им повезло, они получат 40 минут славы и море позитива. Не пропустите уже в это воскресенье в 17:30. Зиату Якова, Татьяна Фролова и Аманжол Вайгарин. Астана.